срочно. Роман Костомаров с женой сделали заявление. Друзья, а перед просмотром не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. И обязательно досмотрите его. В конце самое интересное. Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию, был выписан из больницы около 2 недель назад после полугодового пребывания там. Теперь он продолжает процесс реабилитации в домашней обстановке под присмотром своей жены Оксаны Домнины и их детей. Пара записала видео, чтобы поделиться своими благодарностями со своими поклонниками. Они отметили, что хотя их ситуация сложная, они справляются благодаря их объединенным усилиям. «Мы приспосабливаемся к новому образу жизни, и несмотря на то, что хочется вернуться в прошлое, мы осознаем, что это невозможно. Но мы продолжаем идти вперед, так же, как мы делали это в спорте, боремся и не сдаемся», – отметили они. Костомаров отметил, «Если бы не Домнина, ему было бы гораздо труднее». «Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями. Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего. И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше», – добавили звезды спорта. Фигуриста выписали из коммунарки 6 июля. Перед уходом из больницы Роман посвятил медикам, которые спасли его от смерти, трогательную речь. «Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда коммунарки под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом. Лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем», – расчувствовался 46-летний Костомаров. Костомарова госпитализировали после новогодних праздников. Олимпийского чемпиона подключили к ИВЛ и ввели в кому. Из-за сепсиса и некроза фигуристу пришлось ампутировать стопы и пальцы на левой руке. «Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали. Мне тогда сказали, что его шансы выжить – всего 2%. Насколько я знаю, он потянул плечо 1 января. Чтобы он мог продолжать кататься, ему вкололи противовоспалительное. Что оно делает? Снимает температуру, человек не чувствует боли. Я думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной. Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния. А Роман такой человек, не выйдет кататься только при условии, что он уже умер». 10 января он отметил окончание елок, где участвовал. Была баня. «Все это привело к болезни как снежный ком», – делился подробностями его тренер Александр Жулин в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1». А сейчас мы предлагаем вам посмотреть фрагмент видео Романа и его жены. Ну что ж, вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это гораздо тяжелее. Но благодаря моей любимой жене у нас получается с этим справляться. Ну что делать, в такие условия мы поставлены сегодня. Но надо как-то дальше жить и бороться с этим. Правильно? Да. Всем любви, здоровья. Всего-всего самого хорошего. Всем любви и здоровья. Друзья, спасибо за просмотр и напишите, что вы думаете о мужестве Романа и поддержке его семьи. Пожалуйста, оставьте свое мнение в комментариях. Мы уверены, что у вас есть что сказать.